Здравствуйте, сегодня с вами будем готовить луковые оладьи. Для этого нам понадобится лук, 2 яйца, ну, там посмотрим, может одно, мука, значит, соль, перец, укроп, петрушка, ну и по вашему желанию кинза. Хотите, ложите, хотите, нет, также и петрушку, но укроп ложить нужно. Теперь будем резать лучок и пропускать через блендер. Сейчас порежем так на кусочки, чтобы нам в блендер вошли. Лучок мы нарезали, теперь будем его перемолола, не сильно мелко, но и не крупно, чтобы нам нормально все это выкладываем. Сильно мелко тоже не надо, чтобы не крутилось, мололось это все. Вот у нас получился вот такой фарш, он и не крупный, и не мелкий. Вот. И сейчас для него будем резать укропчик. Укроп порежем, немножечко петрушки, много резать не будем, немножко, и веточку, прямо одну веточку кинзы, чтобы не испортить этот весь запах. Вот, вот так кинзу. Сейчас это все мелко порежем. Ну вот я это все измельчила, все мы это отправляем сюда в лучок. Теперь сюда яичко разбиваем. Одного будет мало, два штучки. Разбиваем яйцо. Солим. Перчик. Сейчас это размешаем, а потом добавим муки. А муки там совсем маленько нужно будет. Так, ну вот это я все перемешала. И теперь добавляем муки. Попробуем размешать. Вот. И хватит. Больше, наверное, муки и не надо будет. Все. Ну вот, все завела тесто, как на оладьи. И теперь переезжаем стряпать. Ну вот, теперь накладываем оладушки наши в жир разогретый и жарим. Если у кого получится тесто жидковатое, можно добавить муки маленечко, побольше. И так поджарились с одной стороны, а сейчас переворачиваем и вторую сторону поджариваем. Получаются румяненькие, красивые, ну и вкусные. Ну вот, пожарились с обеих сторон. Снимаем их. Вот получились такие оладушки у нас. Румяненькие, вкусные. И кто думает, что они будут пахнуть луком? Нет. Лук практически вообще не чувствуется. Если кто не знает, что это лук, тот и не поймет.